Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру под названием Digimon Cyber Slave Hacker's Memory. Кьюсуки, крики Титоса так звенили у меня в ушах, и так я вспомнил ужас, с которым только что столкнулся. Огромный рисовый омлет размером со стол был поставлен перед мной и Юка Камишира. Вот и ты, один особенный джамбо-омлет. Рядом со мной, в моем отчаянии, черноволосая Юка с явным блеском в глазах. Ока делала то же самое с каждым кусочком, который я принимал, и каждый раз, когда я кладу ложку на место, Юка делала то же самое. Почему, черт возьми, она соответствовала своим темпам мне? Это ее способ быть внимательной? Давай сначала окопайся. Нерешительно сказала она. Окопайся, в смысле, что это имеет в виду? Может быть, она могла сказать, как я был сбит с толку? Было бы неправильно с моей стороны есть это самостоятельно. Сегодня моя цель — помочь вам осознать величие этого рисового омлета. Я не могу просто съесть это одна. Или это может быть... Тебе не нравится? Я мужчина, черт возьми, поэтому я решительно взялся за ложку. Я ел с удовольствием, чтобы оправдать ее ожидания. Я продолжал есть, и Юка последовала моему примеру. На самом деле, даже слишком. Вскоре мой желудок, потом мифроток. Вскоре мой желудок, мозг и душа заплакали. А наш герой больше не выдержал. При таких темпах пути назад ему не было. Но когда я увидел резкое появление этой девушки в ослепительной улыбке... Я обрел решимость сопротивляться в душе. Я не мог позволить погаснуть свету этой улыбки. Я превзошел свои пределы и продолжал есть. Но сколько бы я ни съел, рисовый омлет не исчезал. Наконец, без предупреждения, мое сознание пропало. Когда мой разум вернулся ко мне, гора риса и яйца исчезла. Гора риса и омлета исчезла. Я не мог в это поверить. Я думал, что вылетело только из что вылетел только на мгновение. Когда я украдкой взглянул на лицо Юко для проверки, я увидел самую большую и яркую улыбку в пятнах кетчупа, которая смотрела на меня. Она сказала мне: «Не теряй улыбки». «Я слышала о тебе от Юга. Тебе нужна моя учетная запись, да?» По правде говоря, у меня есть свои мысли о Камишире. Вот почему я буду сотрудничать с вами. И в этом вся история. Как она связана с Юга? Почему она решила сотрудничать с нами? Нарастающая тошнота помешала мне спросить ее. «Пожалуйста, используйте мою учетную запись осторожно. А теперь пора съесть последнюю часть нашего набора – банановое парфе». И вот так перед моим изумительным лицом возникла новая гора. Мои воспоминания оттуда расплываются. Последнее, что я помню, это звук того, что что-то загружается на мой девайс. Получен URL-адрес аккаунта Юка Камишира. Вау, я не ожидал, что Юга выйдет на первый контакт. Надо было просто с самого начала подойти к ней нормально. Ну что ж, бесполезно плакать над пролитым молоком. Интересно, как дела у Рюдзи и маленькой леди? Это было не что иное, как молчаливое обращение. Она в настроении, а? В любом случае, мы получили аккаунт. Пора взломать этот сервер. При этом есть идеи? Какие данные мы там ищем? Дело Юга требовало доказательства сговора между Рики Сиба и хакерами, а не конкретных данных. Вот почему мы устанавливаем вредоносное ПО на главный сервер Камишира, сервера Авалон.
Я понимаю. Так, мы настроили сеть и следим за потоком данных на сервере из него. Мы с Титоса создадим здесь, в реальном мире, диверсию, чтобы сбросить безопасность сервера. Тем временем Киусуки взломает сервер из Иден и установит вредоносное ПО в определенную точку. Как только это будет сделано, мы сможем собрать очень секретную информацию. Чего? Чего ты так волнуешься? Это самая легкая работа, мужик. Для отвлечения внимания и поддержки требуются сложные хакерские навыки на уровне мастера. К тому же наш противник Кимисира. Играть роль поддержки было бы для тебя слишком много. Это хороший шанс выйти из статуса новичка. Попробуй. Обычно аватары обновляются каждый раз, когда входите в систему, но на этот раз мы будем работать над этим, чтобы этого не произошло. Может быть, тебе немного неудобно, но смирись с этим. Я говорю тебе, все будет хорошо. В конце концов, у тебя хватит смелости. Занять позиции. Мы сообщим вам, когда будем готовы начать. О, я на позиции. Вот так. Юка Кимишира начинает процесс входа в систему. Обновление информации об аватаре. Не удалось выполнить обновление. Вход в систему с предыдущей информацией об аватаре. Похоже, я вошел в систему с аватаром Юка Кимишира. Теперь я могу пройти прямо на сервер Avalon. Тем не менее, это мой первый вход с женским аватаром. Твое лицо! Ты ухмыляешься! Ты думаешь о чем-то неприятном, не так ли? О чем-то неприличном, не так ли? Нет. Я отдыхаю, ты не должен мне говорить. Но что еще более важно, ты не вторгнешься на сервер? Ты же понимаешь, что не сможешь связаться с внешним миром, когда окажешься внутри, не так ли? Тебе обязательно понадобится поддержка. Вот почему я приготовила замену. Возьми с собой Червмона. Спроси его о том, чего не понимаешь. Он знает столько же, сколько и я сейчас. Он знает все то, что знаю я. Удачи тебе, червячок. Предоставь это мне, Эрика. Что дальше? Хе-хе, удивлен? У нас двоих общие воспоминания. Я научился взламывать из воспоминаний Эрики, так что теперь я так же хорош, как и она. Я даже пробовал имитировать ее манеру речи. Что ты думаешь? Теперь ты понял? Спроси у него подробности. И не говори об этом моему брату. Червмон, убедись, что он не делает ничего странного с этим аватаром. Хорошо! Привет! Что она имеет в виду, говоря что-нибудь странное? Не знаю. В любом случае, все готово. Давай отправимся на сервер Avalon. Я вижу... Так, это не то. Так, вот это, наверное, мне пишут. Ю мне пишет. Сейчас переведу, как... Что он там мне пишет? Что бы ты сделал, если бы однажды оказался на планете животных? Адаптировался? Это было бы невозможно. Я бы попробовал вернуться на Землю. Мне нравятся животные, должно быть легко. Что это? Какой-то психологический тест?
На планете животных? А разве на Земле не живут животные? Можно ли планету Земля назвать планетой животных? Ну, там еще и насекомые, и растения. Или он чисто имеет в виду то, что на планете только животные живут? Птицы ведь тоже животные. Так, все отлично. Так, а как мне попасть на сервер Avalon? Так, это явно не сюда. Может, с мистером Навитом поговорить? Что тоже навряд ли. Увеличится количество краш-учетных записей. Эден, вы участвовали в последнее последнее обновление безопасности? Помните, если у вас возникнут проблемы, обратитесь к руководству. В поддержку, наверное, правильно было бы сказать. Так, мне нужно попасть на сервер Avalon. А вы можете перейти в Камишира Энтерпрайзис прямо сейчас. Вот он. Камишира Энтерпрайзис. Ну, я пришел в штаб-квартиру Камишира, но как мне вообще добраться до сервера Avalon? Сотрудник Камишира. Ах, мисс Юка, Юка, я не знала, что вы придете сегодня. Могу я чем-то помочь? Отлично, моя маскировка держится. Отлично, меня не раскрыли. Сервер Avalon? Поняла. Разрешите провести вас внутрь, сюда, пожалуйста. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится. А пока до свидания. А пока до встречи. Ого! Так, это сервер Avalon. Я впервые на корпоративном сервере. Наша работа отправится в центр сервера и внедрить вредоносное ПО, верно? Ага. Безопасность Дигимон здесь довольно мощная. Следи за своим шагом. А, следи, куда идешь. Откуда мне знать, что я впервые исследую подробное место? Как я уже сказал, я разделяю воспоминания с Эрикой. Итак, что значит... Итак, что знает Эрика, знаю и я. Что ты имеешь в виду? Ладно, хорошо, отправимся вперед. Как мы можем сделать... как мы можем сделать это? Воспоминания Эрики оцифровываются и хранятся в Эден, чтобы помочь вылечить ее болезнь. Вот почему я могу ими поделиться. Вот почему я могу ими воспользоваться. О чем ты говоришь? Как ты это сделал? Не стесняйся. Не стесняйся спрашивать меня обо всем, что хочешь. Я хочу попрактиковаться в получении информации из сервера памяти Эрики, и Эрика сказала, что я могу сказать вам все, что угодно. Правда? Что такое болезнь Эрики? Что за болезнь Эрики? Из-за болезни Эрики ей трудно управлять своим мозгом. Количество умственных способностей, которые люди обычно могут использовать, очень ограничено. Мозг Эрики не может так хорошо себя контролировать. В одиночестве он будет слишком сильно работать и перегреваться. Что такое болезнь Эрики? Как ее лечить? Как ее вылечить? Оцифровывая свои воспоминания и сохраняя их на специальном сервере Эден, она может уменьшить нагрузку на свой мозг. Эрика всегда связана с этим сервером и этим воспоминанием через устройство. Иногда она синхронизирует и настраивает информацию с машиной в больнице. Это особое лечение, которое они могут сделать только в центральной больнице в партнерстве с Камишира. Что такое болезнь Эрики? Как ее лечить? Что будет, если ее не вылечить? Если оставить ее саму по себе, сигналы, посылаемые из мозга во внутренние органы, получат беспорядок, ослабляя часть ее тела. Хорошо, похоже, я могу получить информацию с сервера памяти Эрики без проблем. Ладно, поехали, остальное уже успели отвлечься. Воспоминания Эрики в ЭДН? Сосредоточься на миссии пока. Нужно сосредоточиться пока на миссии. Так, я могу в Дигилаб отправиться, но нужно ли мне это делать? Конечно же нет. Так. Опять какая-то головоломка. Там тупик.
я-то думаю, ух ты, кто-то новенький. Так, ладно. Так, вакцина против... не все вакцины. Но вакцина против данных точно неэффективна. Огонь против растений. Попробуем. Кабутеримон. Так, надо атаковать данные, да? Так, и нам нужно добить. Так, посмотрим, сколько мы урона просто так нанесем. В принципе, их можно атаковать пока что обычными атаками. Не тратить... Блин, забыл, как эти... Как эта шкала называется. А, СП-очки. Так, мне придется сражаться со стеной опять. Предупреждение. Для продолжения требуется учетная запись авторизованной системным администратором. Ты хочешь выбраться отсюда? Да. Нет. О! Вот же, блин. Точно. Будем сражаться. Блин, мы ее долго будем атаковать. Так, что у нас есть? А, давайте Виспомона будем урон повышать. Не, мы реально будем очень долго сражаться с этой дверью. А у меня теперь нет возможности убежать, да? Так, интересно, а вот я... Так, ну ладно. А, так. Я, короче, повышаю урон, но стакается ли он? Вот в чем вопрос. Так, отлично. Так, ну-ка. Блин, первая атака лучше. Так, он повышает скорость. Ничего себе, он больно бьется. Надо было просто атаковать эту дурацкую дверь. 87 урона всего лишь-то.
Так, а просто атаковать будет неэффективно. Так, предмет, СП-капсула. Мы почти сломали эту стену. Возможно, ее можно было с помощью инструмента обезвредить. А возможно и нет. Так, мы почти сломали эту стену дурацкую. Память вверх, отлично. Серьезно, у меня столько было расширения памяти, а я их даже не замечал. Так, мне нужно сгонять в Дигилаб и... Так, взять других дигимонов, чтобы они тоже прокачивались, пока я сражаюсь. Так, вакцина против вакцины пускай будет. Вирус против данных. А, нет, здесь не работают инструменты хакера. Поэтому в любом случае мне пришлось бы сражаться с этой стеной. Так, посмотрим, в кого может превратиться Лопмон. Так, не то. Так, я его видел. Так, не то сделал. Серьезно, в кролика-боксера? А, ну да, я так и думал, что он превращается в кролика-боксера. А это? Какой-то маленький чертенок. Blacktail Mon. Ну давайте, пускай он будет эволюционировать в кролика-боксера. Я, кстати, так и думал, то, что вот эта вот белка с длинными ушами будет эволюционировать в кролика-боксера. Кстати, я сразу могу посмотреть, в кого он может эволюционировать? Серьезно? Это же у Рюдзи такой дигимон есть. Блин, я не знаю, вот это кролик, я хочу в него эволюционировать, попробовать. В будущем. Так, а вообще, а сколько у меня памяти есть? 32 из 45, отлично, давайте мы еще кого-нибудь возьмем. Пускай кто-нибудь прокачивается. Даругамон. Так.
Так, и еще кого-то можно с пятью памяти взять. А, или или Габуримона можно взять. Так, отлично. Пускай прокачиваются. Не то сделал! Капец! Случайно мисклик сделал. Не того Дигимона атаковал. Так, ну вот Виспомон. А, хотя это не Виспомон, я забыл, как он называется. И следующая его эволюция. А, поначалу был каким-то дурацким жуком. О, это Юка. Я шпионю за вон там. Это исполнительный директор комиссира Рия, Кисиба. Ну, успокойся, в такой форме с тобой все будет хорошо. Что, черт возьми, ты делаешь здесь, Юка? До встречи нам еще далеко. Может быть, у тебя есть свидание? Хе-хе-хе, не может быть. Я заблудилась, у меня свидание. Я приехала сюда немного раньше. Так, у меня есть... У меня свидание. У меня встреча. Юка наконец-то выросла. Да ладно. Кто везунчик? Он высокий? Богатый? О, он такой-то... Он какой-то красивый? В тебе есть что-то подозрительное. Ты правда, Юка? Это я, Юка Комиссира. Да. Не говори глупостей. Так, да. Действительно? Типа правда? Может быть, ты... Ты так устала? Бедняжка, не забывай время от времени отдыхать. В таком случае, давай отменим наши планы на сегодня. Увидимся позже. Обязательно отдохни, ладно? Ну, просто я знаю, что она не очень многословная. Такие моменты. Поэтому я просто сказал да. Фу, мое сердце колотилось. Похоже, тебе удалось. Тем не менее, это персонаж немного пугающий. В ней определенно что-то не так. И все же, она такая привлекательная. Да, действительно. Давай двигаться дальше, пока она не вернулась. Хорошо. А, кто там такие стоят? Что это за дигимоны такие? Это безопасность дигимон. Это система безопасности дигимон. А, подожди, не уничтожай их. А, что? Это нас выдаст. Просто сражайся и ослабь их как можно сильнее. Хорошо. О, кстати, я не могу с тобой двигаться. А, что ты имеешь в виду? В конце концов, я был модифицирован во вредоносное ПО, и они созданы для борьбы. Я могу оказать такую же поддержку, как и Эрика, но сражаться не в моих силах. А к тому же, эти парни страшные, выглядят довольно сильными.
Там все еще очеревимон, это точно. Эй, сейчас не время расслабляться и расслабляться. Вот они. Так, новые дигимоны, ничего себе. Какие-то киборги. А, так, у нас есть вакцина. Пускай будет вакцина против вакцины. Андромон. Металмимамимон. Есть предположение, какой дигимон может у него эволюционировать, но... А, скорее всего, это не так. Серьезно? Так, ладно, давайте атаковать данные. Потому что вирус будет эффективен против данных. Ха! И данные решили атаковать именно вирус. А, это странно с их стороны, но для меня это даже хорошо. Так, значит, данные атакуют вакцину. Вакцина будет атаковать вакцину, и данные будут атаковать... вакцину. А вирус будет атаковать данные. Так, ясно. Так, их придется лечить. Так, предмет. Так, отлично. Так, все, мы ее победили. А, ты их победил. А теперь твой шанс установить вредоносное ПО. Теперь появился шанс установить вредоносное ПО. И вот наша миссия выполнена. Хм, что случилось? Можно ли вылечить Эрику? Эм, я не вижу общих воспоминаний, связанных с этим вопросом. Эрика решает, какие воспоминания мне увидеть. Как насчет того, чтобы спросить ее прямо? Не думаю, что это хорошая идея. В смысле, а мне не дадут возможности прогулять по этой локации? Там же какие-то ящики стояли, которые нужно было открыть, ну, сундуки. Всем привет! Миссия имела огромный успех. Это только у меня, или с тех пор, как Кисуки присоединился к нам, мобильность Хьюди резко возросла. Эй, а как насчет того, чтобы поесть? Мы должны отправиться, отпраздновать завершение миссии, плюс это первая сольная работа новичка. Давай живьем. И маленькой леди здесь нет, так что мы могли бы также так проверить немного непослушного места. Хо-хо. Я что-то не понял, про что он говорит. Эй, ты действительно попытался ей позвонить, да? Да. И нет ответа? Нет. Эх, больше молчания, а? Ладно, ладно, я пойду за ней. Я схожу за ней. Он уверен, что... Что-то еще. Он был первым, с кем Эрика подружилась. Он также предложил, чтобы мы втроем образовали Худи. Какое-то время я думал, что в значительной степени помешан на работе в команде. Эрика работала за кулисами над этим заданием, не так ли? А, нет.
Тебе не нужно ничего говорить. Она разозлится, если узнает, что я знаю. Позволь ей делать то, что она хочет. Этот парень мог бы стать лучшим старшим братом, чем я. Я в последнее время не проверял плату. Я воспользуюсь ПК и посмотрю, не попали какие-нибудь кейсы. 6 сообщений? Так, давайте их прочтем и завершим на этом серию. Так, вот, Kind, какую музыку обычно ты слушаешь? What to bring sample next time? Что ты посоветуешь мне? Какую музыку ты обычно слушаешь? Не могли бы вы принести образец в следующий раз? Хорошо, я... Хорошо, надеюсь, у нас одинаковый музыкальный вкус. Я бы вел себя наилучшим образом, если бы встретил твоих друзей. Надо произвести хорошее впечатление. Мне немного неловко, но я рад, что мы как настоящая семья. Так, Юи. Нет. Нет, из книги, которую я прочитал вчера, я... Давай, чё? Перевод пропал. Не хочет переводить. Только что же был текст нормально переведен. Я не мог. Я быстро все время прятался. Так, новый корпус. Проверь плату. Спроси меня, не слишком ли это сложно для тебя. А, наверное, проверь задание, не слишком ли это сложно для тебя. Юка такая милая. Юка милая, но и девушки, которые мы встретили в Сибуе, такие же милые. Вернемся туда. Они не всегда будут в одном и том же месте. Как дела, неполный рабочий день? Ты должен показать мне, как флиртовать. Так, они не всегда будут там. Я Юка Камишира, спасибо за прошедший день. Пойдем со мной в этом в этом магазине. Сходим со мной в этот магазин снова, наверное, она имеет в виду. Так, что-то не хочет теперь переводить. Почему он не распознает текст? Более мелкий текст распознавал, а крупный не хочет. Ну, серьезно? Тогда с завтрашнего дня больше никакой еды. Что-то еще из меню... ты что-то хочешь попробовать еще? Так, ну все, я на все сообщения ответил, и думаю, на этом мы можем завершить серию. Так, ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока!